Друзья, всем огромный привет! Вы на канале «Вкусные увлечения» с Михаилом Есиным. А перед началом видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить очередной видеоролик. Ну а мы начинаем! Поехали! Друзья, у нас выпал первый снег, похолодало, и нам захотелось что-то вкусного и сытного. И мы решили приготовить манты в казане на костре. Тем более нам прислали от фирмы Ацентр сварка аргона, пыление и литье металлов вот такие замечательные проставки для приготовления блюд на пару. Манты мы сегодня будем готовить с тремя видами начинки. Давайте займемся первой начинкой. Подходите поближе. Это у нас будет говядина с тыквой. Говядину мы будем резать на мелкий кубик. И натираем на крупной терке тыкву. Как морковку. Как морковку, все правильно, Зая. Подготовили мы нашу мясную начинку. Теперь займемся тестом. Друзья, тесто проще простого. 600 грамм просеянной муки. 2 щепотки соли, делаем луночку и заливаем водичкой. Примерно грамм 200 воды, посмотрим сейчас по консистенции, может быть еще чуть-чуть добавлю. И замешиваем крутое тесто. Все, замесили мы наше тесто. Делаем колобок. И убираем в пакет. Ну, минут так на 20. Потом будем раскатывать. Погнали. Присыпаем мукой. Достаем наше тесто. Делаем колбаску и нарезаем на пятачки. Вот такие. Ну, это пока пакетик положим, чтобы не заветрилось. Раскатываем вот такие блинчики для наших мантов в самый раз. Ну и продолжаем. Друзья, вот такие у нас заготовки из теста получились. А теперь давайте вернемся к нашей начинке.
свинину мы добавляем говядину. Добавляем лук. Солим. Перчим. Все это дело перемешиваем, и первая начинка готова. Добавим чуть растительного масла. Вторая начинка у нас будет говядина. Добавим немножко курдюка и тыква, натертая на терке крупной. Ну и, соответственно, лук. Лука не жалеем. Пропорцию может делать 50 на 50. Так, добавляем черный перец. Солим. Перемешиваем. Такая яркая, сочная начиночка у нас получается. Вот такая красота. Вторая готова. Ну и третья. Баранина, курдюк. Ну, курдюка много, чуть отложим, наверное. Говядина. И лук. Добавляем сюда зиру. И солим. Перемешиваем, и третья начинка готова. Три начинки и три разных формы манто будем делать. Говядина, тыква и курдюк. Все это дело мы защепляем. И с этой стороны делаем загибчик и защемляем. Также здесь делаем загибчик и защемляем. Вот такая красивая у нас мантушечка получилась. Продолжаем. И укладываем. Второй способ лепки мантов — это конвертиком. Вторая начинка у нас — говядина, свинина и лук. Середину защепляем. У нас получаются конвертики гигантские, но ничего страшного. Я думаю, на вкус ни это не повлияет. Вот такой красивый конвертик. Третий способ. Баранина, курдюк, лук и зира. Защепляем середину. Защепляем вот так. И вот так. Вот такой красивый мант получился. Ну вот еще один остался блинчик. Из него сделал пирожок. Наливаем в казан воду. Отлично. Смазываем растительным маслом проставку. Небольшое расстояние делаем между мантами. Так, у нас нижний ряд уже готов. Теперь верхний ряд ставим и смазываем. К
красотища. А какая будет эта вкуснотища? Отдельный привет. Привет, дорогой Сергей Кузьмичев из Новосибирска. Мы тебе его передаем. И посвящаем это блюдо лично тебе. Ну что, закрываем крышку и ставим на огонь. Кипит, и после закипания 45 минут, примерно где-то 45-50 минут, и наши манты в казане на костре, а точнее на мангальном комплексе Кузьма, будут готовы. О, вот это красота! Ну что, в принципе, прошло у нас 50 минут, наши манты готовы, будем доставать. Друзья мои, мне кажется, это будет очередной шедевр. Друзья, готовы наши манты. Поливаем сливочным маслом, растопленным. Такая вот красотища. С пылу с жару. Посыпаем зеленью. У нас укроп петрушка. Вот так. И посыпаем гранатом. Вот так. Друзья, пожалуйста, все к столу. Уже даже не знаю, с какого начать. Давайте с пирожка начнем. Вот с такого. Сметанка. Сочные. Друзья, начинка здесь баранина курдюк и зира. Первый раз в жизни ем манты собственного приготовления. Это просто... Давайте попробуем свинина-говядина. Шикарно. Ничего лишнего. Перец присутствует. Ну, конечно, я бы еще добавил сюда чуть зиры бы. Мне просто она нравится. Что, и третий вариант. Говядина, тыква. Да. Говядина, тыква. Самые сочные манты — говядина, тыква. Друзья, три вида начинки на любой вкус. Лично для меня говядина с тыквой на первом месте именно сегодня. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ждите новых рецептов и просто будьте с нами!